Рима, точнее из Ватикана. Хочу вам представить Виктора. Познакомился недавно на коммунизм. Дело в том, что Виктор, он 40 лет проработал на предприятии, имеет довольно-таки, мягко говоря, скромную пенсию. И вдруг в центре, ну, в Риме, прям в Ватикане. Как вам это удалось? Ну, в принципе, есть удовольствие. Я работаю в Шибай. Я работаю в Шибай. Почти 2 года. Кстати, 44 года работы на производстве, заработал 450 долларов пенсии всего. Так вот сейчас порой я бываю зарабатываю за час половину своей пенсии компании, в которой я сейчас работаю. Виктор, скажите, сколько вам лет? Мне в данный момент 68 лет, 69 год. Я не считаю себя стариком, с удовольствием работаем в этой компании. Я работаю здесь. Дружная команда и прекрасный маркетинг план, которого нет в других компаниях мира, я влияю на то, так что здесь все возможности работать и зарабатывать приличные деньги. И не только. Можно работать и в точке мира, с любым контингентом. Мало доверий, как если я так говорю. Вот так вот. Человек, имея скромную пенсию, сейчас путешествует по Европе. С вами был Виктор Кожанов. Пока.